Разогрели сковородку, поставили силиконовые формочки. Теперь в каждую силиконовую формочку кладем по кусочку сливочного масла. Масло растопилось. И затем мы в каждую силиконовую формочку будем разбивать одно яйцо. В прошлый раз у нас не получилось яичница-глазунья. А в этот раз мы сделаем яичницу-глазунью в формочках. Вот так вот. Так, теперь мы солим немного по вкусу в каждую формочку. Перчим. И еще сверху можно мелко порубленный укроп покрошить. Но на нашей фазенде его как раз сегодня не оказалось, к сожалению. Поэтому у нас будет без укропа. Формочки. Угу. Итак, вот что у нас получилось. Красота! Кофе у нас на нашей фазенде пьем. Не хватает двух маленьких круассанчиков, правда? Или одного большого. Итак, приятного аппетита!